Думали ли вы об инвестициях в биткоин или о начале майнинга? А что вы думаете о блокчейн? Действительно ли это будущее финансов? Что же такое биткоин и какой потенциал имеет технология блокчейн? Если биткоин — это валюта 21 века, то блокчейн — это финансовый рынок будущего. Откуда же такой ажиотаж? У нас уже есть различные валюты и финансовые рынки. Биткоин чем-то напоминает Amazon. Эта валюта использует силу интернета для того, чтобы сократить количество посредников для пользователей. В частности, это касается центральных банков и правительств. Таким образом, вы экономите деньги. Так же, как Apple, Huffington Post и WikiLeaks, биткоин бросает вызов однообразию и предоставляет нам, пользователям, контроль над нашими собственными деньгами. Это звучит очень заманчиво. Но будет ли такая идея успешной? Доверие — это ключевой момент. Безопасна ли эта валюта? Проста ли она в использовании? Несколько недель назад я со своими коллегами попытался купить несколько биткоинов с помощью терминала в Женеве. Нам так и не удалось этого сделать, так как автомат не принял наши ID-карты. Оригинальный поисковик Google тоже поначалу был очень сложным. Просто затем создатели спрятали всю сложность от пользователей и оставили всего лишь строчку поиска. То же самое сделала и компания Apple. Они сосредоточились на клиентах и на простоте использования своих устройств и постарались спрятать всю сложность подальше от глаз клиентов. В Yahoo же поступили наоборот. Вы можете использовать списки и каталоги для поиска. Они скорее открыли для пользователей все тонкости. А биткоин — это Google или Yahoo в технологии блокчейн. Удастся ли таким компаниям, как Ripple, обойти биткоин? Удастся ли банкам устоять перед соблазном стать новым AOL блокчейна? Только время покажет, как дальше будут развиваться события. Я знаю одно. Биткоин стала валютой первопроходцем в этой области. Но успех не всегда заметен онлайн. Значение имеет доверие клиентов и изменения в мировоззрении. Стал бы я инвестировать в биткоин? По крайней мере, не сейчас. Но я действительно считаю, что блокчейн может произвести революцию и полностью изменить финансовую сферу. Блокчейн — это настоящий прорыв. Но для реализации потенциала этой технологии нужны эксперты, такие как компании Google и Tesla. Они смогут посмотреть на эту технологию глазами клиентов и закончить то, что начали другие. На этом наше время подошло к концу. Вы смотрели программу «Креативное лидерство». Меня зовут Алекс Инчбальд. В следующей программе мы поговорим о еще одной инновации и о том, сможет ли она добиться успеха. До встречи! I'll see you then.